Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Сарделька, давно я вам ее уже не снимал. Что тут у нас поменялось? Что нового, что интересного? Начал я постепенно ее прокачивать, качать здания, потому что мне нужны будут в первую очередь хранилища нормальное. До 5 миллионов придется качать. Никуда от этого не денешься. Либо самоцветы сливать для того, чтобы делать дальше эволюцию. То есть вариант только один качать. А, так, что это у нас? Это у нас ордена, куча плюх. А, начал я также фармить постепенно скины. Вот у нас уже 5 есть. Надо. Я пока пропускаю так от фонаря, потому что дальше я не могу качать. Силу я тоже не хочу сейчас поднимать. Специальные предметы получаем. Отлично. То есть стараюсь фармить по максимуму все. Так, волны, волна Т. Вот, кстати, давайте попробуем. Может, мы ее зафармим уже. Герои как бы у нас способствуют. Наверное. Это не точно. Это не точно. Надо Фрейю стрелка ставить. А ну-ка, кто там у меня на таблетках, интересно, стоит? О, ничего себе. Вот такой пак я сегодня забрал на основном аккаунте. Так, тыковка, Анубис, Фрейя стоит. Седна. Вместо тыквы пробовать стрелка поставить на Афинку. На Афинку надо воодушевление. А ну сейчас я гляну, что у меня с воодушкой делается на аккаунте. Надо просветики качать, короче. Надо дофига всего качать. Так. Где наш склад? О, ничего себе. Вот это подгончики. Это надо все обязательно забирать. Ну, все надо. Из ворот есть воодушки. Блин, нету. Вот воодушевление больше всего надо сейчас. Было бы неплохо, конечно, вытащить воодушку. Это реально был бы огонь. А, так, давайте сплюх. Что он у меня по плюхам есть? Надо зайти. Парящий я, по-моему, забирал сегодня. Да, мы забрали парящий. День замка владельца, войти в игру. Вот эту акцию надо не пропускать. Я пока не определился с плюхами, которые я буду забирать, но скорее всего я буду забирать либо первые, ну, наверное, даже не первые, а вот четвертые сундучки по 5 штук, то есть 4 дня подряд надо будет входить, чтобы их получить. Так, сущность мастера получили, отлично. Хорошие плюхи дают. Ну, хоть что-то начали давать для бездонатов. То есть, каждый день надо играть, заходить, фармить. Сливаем 5-й. Отлично. Надо было, кстати, сюда забежать. Использовать слизь. Делаем вот так вот. Так, забираем, получаем плюшки. Ну, рано или поздно все равно придется Рину качать. Так, тут у нас наем за самоцветы, нанимаем за 150, мега имба. Возвращаем обратно, отлично. Так, ежедневный вход. Что там у нас? Я вроде сегодня входил в игру. Нормально должно быть. Да, все будет. Так, поехали. Атака фортов у нас была. Заберем сейчас оттуда плюхи. Всего лишь 7 четвертое место. Ну, у меня силы мало, поэтому 7 штук. Надо силушку качать. Давайте откроем. Сегодня веселая атака фортов была. Так, недостаточно места. Отлично. О! Дар жизни. А тут у нас что будет? Чик.
25 скина тут. Ну, недомогание, в принципе, неплохой вариант на PvP локации. Так, не дает все открыть, будем открывать по одной. Ничего себе. Сейчас еще кулачков нафармим. На коробке я уже кулаки тратить не буду, потому что... Так, давайте пооткрываем. Потому что у меня коробки уже есть, все с пятерками. В принципе, мне сейчас на данном этапе надо... качать таланты героя, поэтому мы этим именно и займемся. Сейчас мне интересно попробовать все-таки дофармить волну. Такс, надо просветы прокачать героям, потому что они у меня как бомжики. Так, усовершенствовать. Добили. Можно силу до 100, думаю, докачать, если все героев пооткрывать. Так, давайте попробуем все-таки пройти. Надо попытаться зафармить. Смотрите, опять тоже такие же плюхи дают, как мне вчера давали. Так, Фрея, блин, ну не знаю, без стрелка... туго, ну и стрелком, в принципе, нету у нас тыковки, надо качать по чуть-чуть постройки за 1000 строителей. Блин, не знаю, жаба давит. Вот реально давит жаба открывать. Хоть какие-то плюхи получить. Жесть, урожай даже не хилит. Что я тут набью? Я даже не представляю, как без донаты тут бегают. Ой, это просто аут. Ладно, давайте уже. Все равно попытки надо все использовать. Хоть что-то будем получать, хоть какие-то плюхи. Да, таким темпом, чтобы я хотя бы одного убил. Ну ничего себе. Интересно, мы еще и можем 3 минуты продержаться. Конечно, если была бы эволюция, то, наверное, продержались бы. Супер. Супер рейтинг. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Забираем плюшки. Спасение. Как обычно, отсюда плюх дофига получаем. И давайте попробуем. Изначально турнир надо дофармить. Отсюда неплохо тоже плюхи идут. Но вряд ли мы зафармим. Видите ли, делео. Рановато. Но давайте попробуем первый вариант. 11 просто. Видите, они зонально бьют. Но тут нормально затащили. Плюс 5, кстати, можно вот таким вот образом очень хорошо собирать недостающих вам героев. Тут мы вряд ли затащим бульдозеров. Я не затащу. Давайте обычных пофармим. Паладины 250. Вы что, издеваетесь? Нет, тут нормально. Обычных можно фармить. Правда, отсюда я еще вот 36 самых. Отлично, огонь. Хоть что-то будем фармить. То есть радует? Ух ты, почти затащили. Ну, суккубов хоть мы затащим. Да, хоть суккубов затащили. Надо постройки качать. Без построек нифига ты не затащишь. Такс, поехали, пробуем волну Т.
Надо, конечно, делать эволюции, потому что без эволюции это жопка. Так, блин, Атлант. И нафиг. У меня сейчас тут, наверное, все здания ушатают. Волна Т, конечно, это жесть. Без воодушевлений. Да, можно проходить, в принципе. Надо делать эволюции героям, чтобы... Особенно Анубису и остальным, чтобы он их с плюшки сносил. Потому что без эволюции обычными героями... Видите, у меня просто здания рушат. Как бы я их ни ставил, надо и здания качать. Для этого в любом случае нам придется, скорее всего, докупать, чтобы был ускоренный режим. Два строителя. Без этого никак. Видите, мы просто тупо просыраем попытки, и мы ничего не получаем в итоге. Нам надо собрать еще скины, успеть. Вот Т1 волна. И осталось три героя несчастных. Они хоть и десятки, без эволюции они не успевают убивать. То есть надо делать эволюцию Анубису однозначно. Ну, давайте попробуем, уберем. Раю поставим тыковку. Ну, надо будет их подкачать и заняться этим делом, прохождением волны. С все-таки мы прошли. Значит, должны волну Т затащить. Видите, это все равно не спасает. Ладно. Не наше это. Надо изначально прокачать аккаунт. Так. С этим разобрались. Что там у нас? По плюшкам. Сундуки гильдии. Ну, неплохо, неплохо. Улучшили отсюда плюхи и хоть нормально... Можно значков почета поднять. Так, два камешка получили. Отлично. Смотрите, сколько плюх у нас. Так, 2900. Что у меня говорит? Аса 6. Ну, еще есть время у нас на это. Успеваем. Ой, печаль, беда, ребят. В общем, пишите в комментах. Будем брать строителей или доролить. Я обычно люблю ролить. Так, чего у нас нету с недостающих? Ну, конечно, дофига героев. Небледяху, Космо, Бугимен. Это такие герои. Ну, конечно же, хотелось бы воодушевление вытащить. Его очень не хватает. Из ворота есть, но это не то. Хотя бы воодушку одну, и было бы попроще. Афинку зарядили. И она бы заряжала всех остальных, нам бы было бы попроще фармить. Вот так вот. Все, пишите комменты, ждите новых видосов. Я уже постараюсь более конструктивно подойти к бездону, потому что я в основном снимаю вам донатные аккаунты. И будем постепенно прокачивать и качаться. Все, всем удачи, всем пока.